Всем здравствуйте! Вы снова на канале Хитсад ТВ. Каких только птичек не содержат у себя дома люди, это и волнистые попугайчики, и канарейки, и ткачики, экзотические птицы и даже лесные. Сегодня поговорим о кормлении птиц, видах кормов и лакомствах для ваших любимцев. Кроме сухих птичьих кормов, в продаже зоомагазинов имеются также различные лакомства, витамины и прочие товары для питомцев. Это клетки, игрушки и поилки. Как выбрать корм для ежедневного рациона своих птиц? При выборе марки корма стоит присматриваться к той продукции, состав которой максимально близок к пище, употребляемой птицами в естественных условиях. Это семечки, орехи и плоды. Для небольших волнистых попугайчиков это сыпучие корма с преобладанием овса и проса. Также могут быть добавлены фрукты, орехи, витамины или кальций. При выборе сухих кормов помните при наличии жидкости в птичьей поилке, так как в них совсем не содержится влаги. Кроме сыпучих кормов, бывают также отдельные кормовые добавки. Это кальций, вермикулит, гравий или мел. Они служат для ускорения роста перьев, улучшения работы пищеварительной системы птиц, укрепления костей или в качестве абсорбентов. По поводу лакомств для птиц и других угощений существуют различные мнения. Одни считают, что они вредные, а другие даже заменяют основной корм. Но не везде. Нужно найти золотую середину. Лакомства представляют собой деревянную палочку, на которой помимо зерновых культур включены различные добавки – фруктовые, овощные, медовые. Бывает также лакомство в виде стаканчика, как мороженое. Для крупных птиц, соответственно, палочки и зерна в составе крупнее. Для восполнения минеральных веществ и дополнительного источника кальция служат вот такие минеральные камни с добавлением разных ароматизаторов – ореха, апельсина, овощей. Для своих любимых питомцев выбирайте только качественные специализированные корма и витамины. До новых встреч на канале Хитсад ТВ!